розпочинаємо гостьову студію. Є перший просто неймовірний гість, і це Олег Карпенко, актор, режисер, викладач. І так багато у вас регалій, що можна перераховувати і перераховувати. Але перше питання, як ви прокинулись сьогодні? Добре. Що ж, давайте будемо продовжувати перечислювати мої регалії. Ну я дуже щасливий насправді, що Олег завітав. Я трішки старший за Іру, тому можу сказати Олег тобі привіт. І я дуже щасливий, що наша студія запрацювала з нашими гістями, тому що я ще не тис руку жодному гостю після цього великого, просто довгого періоду. Тому я зараз це зроблю. Олег, давай, я вітаю. На камеру. Можна офіційно. Ну, саме сьогодні, до речі, послаблення карантину, тому можемо це дозволити. Так. І обійматися навіть. Ти там руку потис, так? А я можу отак зробити, знаєш? А ти не можеш так зробити. Абсолютно спокійно можна таке робити. Ми і погірше робили, але про це не будемо зараз. Погірше? Ну, дійсно. Подивимось рекламу. Ну, добре. Не будемо більше жартувати на цю тему. Краще поговоримо про українське кіно, яке зараз, наскільки я розумію, перебуває не в надто доброму становищі. Тому що тільки ми отримали ці крила, тільки почали кудись летіти. І ось така ситуація. Скажіть, яке майбутнє в українського кіно, саме на вашу думку, зараз? Я, конечно, могу сказать только субъективно по этому поводу. Сейчас никто не может сказать, какое будущее вообще у кинематографа в мире. Уже, естественно, какие-то великими умами теории выдвигаются по поводу того, в каком направлении все будет развиваться. Но я, честно говоря, не предсказывал бы будущее в данном случае, потому что с такого рода ситуацией человечество сталкивается впервые. Ну, я имею в виду современную эру, да? И поэтому сказать, что будет дальше, я не знаю. Могу сказать только одно, что сейчас открыты двери для тех, кто хочет, и либо у кого есть потенциал, но он еще об этом не знает, что-то делать свое. Потому что... Новый проект реализовывается. В современном мире кино может снимать, в принципе, любой человек, у которого есть телефон с камерой. И... Почему очень много независимых студий, да, независимых кинопроизводителей? Поэтому, мне кажется, для них сейчас самое время. И это и происходит. В социальных сетях мы видим ролики постоянно какие-то. Люди снимают. Очень здорово сказал один из кастинг-менеджеров европейских. Она сказала, что если у вас, ну, вы не снимаете сейчас, инвестируйте все это время в себя, учитесь, набивайте руку, обжигайтесь, но творите, продолжайте делать. Собственно, сейчас это и происходит. А что из этого выйдет? А вже почалися якісь рухи у цьому напрямку? Можливо, кастинги, ми знаємо, проводять зараз за допомогою платформи Zoom. Угу. Але фільм за допомогою цієї платформи не знімеш. Чи є вже якісь натяки на те, що дуже скоро ми почнемо знімати кіно? Ну, поговаривают что-то так на уровне слухов, что вроде бы в столице начали какие-то уже кастинги, что-то снимают понемножку. По крайней мере, на рекламу уже людей ищут актеров. Да, какие-то подвижки пошли. Мне кажется, что все подключится, все будет работать. И кино, и сериалы в том числе. Просто мне кажется, нам надо будет привыкнуть к тому, что мы будем в определенных каких-то рамках работать теперь. То есть больше будет санитарных норм, за ними будут серьезнее и строже следить. Ну, просто нам придется с этим жить, но кино никуда не уйдет. Под кино я подразумеваю и телепродукцию, в том числе и рекламу. Все, що зв'язано з камерою, є найвідомо. Цікаво, що голова Держкіно заявила, що після закінчення карантину проекти будуть набагато краще, тому що люди переосмислять і будуть робити набагато якісніше, набагато цікавіше і намагатися якось заволодіти увагою глядача. І інші, наприклад, деякі ваші колеги-актори заявляють, що навпаки, піде абсолютно усе, будь-які проекти, тому що дуже зголоднілі глядачі і можна їм усе зараз давати. На вашу думку, як буде все ж таки? Мені складно сказати. Почему-то у мене все одно є опасения по поводу того, що, ну, в частности, наші производители вернуться к старой формуле, по которой они работали. Я не...
Пока не привыкли так. Я просто не вижу предпосылок, почему именно пандемия должна поменять качество работы в лучшую сторону. Не знаю, а переосмысление какое-то точно происходит. Какое именно и в какую сторону, я пока не знаю. Мне кажется, больше в сторону рабочей этики, в сторону того, как будет производиться кинопроизводственный процесс. А по поводу качества, не знаю, посмотрим, время покаже. Мені здається, що перший час такий, мабуть, це буде відбуватися. Мені здається, що зараз... Відбірні проекти, так? Так, скажуть, давайте там поставимо якийсь санітайзер на стіл, а потім мені здається, що зараз всі чекають, щоб цей весь процес знімальний повернувся, і давайте вже знімати, як ми звикли знімати, давайте знімати по старому нашому звичному сценарію. Мені здається, дійсно, тут справа не в якості, а якість повинна помінятися спочатку з відношення продюсера до цього. Добре, ми ще про багато будемо з вами говорити, але ще одне філософське все ж таки до вас питання. Знаємо, що була така собі маленька революція через те, що кіно зараз не знімають, через те, що зараз культурою не займаються. Ось на вашу думку, чому під час пандемії все одно повинно зніматися кіно і все одно творчість повинна жити? Для чого це потрібно? Это часть человеческой... Обязательно, потому что это часть человеческой натуры, без этого никак нельзя. Потому что из этого требования, которое было когда-то, пусть даже и у плебеев в Древнем Риме, хлеба и зрелищ, зрелищ никто не отменял. Поэтому кроме хлеба нам хочется все-таки зрелища, и зрелища будут давать в той или иной форме, как я сказал. Будь то кинопроизводство с государственным финансированием или человек, просто талантливый человек с какой-то видеокамерой. До речі, нагадаю нашим глядачам, що зараз під час карантину ми можемо абсолютно спокійно подивитися усі українські фільми безкоштовно. Для цього є спеціальні онлайн-платформи, Держкіно теж цим займається. Тому просто зараз після ефіру обов'язково вмикайте, насолоджуйтесь. І почати, наприклад, можна з такого фільму, як «Черкаси», який зовсім нещодавно вийшов у прокат перед пандемією, і потім все ось так почалося. Недаремно я про нього заговорила, тому що Олег Карпенко там знімався, і він зараз нам трохи детальніше розповість про це кіно, але на початку давайте все ж таки подивимося невеличкий уривок з трейлеру. На нашу сторону. Черкаси будуть чинити опір. Добре, давайте поговоримо все ж таки про цю картину, дуже важливу картину для України. Знаємо цю історію, але хотілося з ваших вуст, як то кажуть, почути про неї більш детальніше та дізнатися, як саме проходили зйомки цього фільму. Зйомки проходили складно, тому що, ви бачили по трейлеру, дуже багато знімали на живій воді, так сказати, в відкритому морі. В Миколаєві? На рейді, в Очакові. Знімали все, всі морські сцени знімалися на базі в Очакові. И, естественно, мы были привязаны к погодным условиям в том числе, и были сложные ночные съемки, которые мне достались в том числе по специфике моей роли. И это было одновременно это было интересно, захватывающе и страшновато, особенно в 3 часа ночи, когда там возникали какие-то внештатные ситуации, когда мы дрейфовали там
коли хтось випадав за борт, там його не помічали. Ні, ну Джек біг. Разочек було відчуття, що да, що от. Будучи там на нашем этом катере небольшом в Уилларде, что утонем. Но тем более, что когда мы находимся примерно там, в паре сот метров от нашего корабля, и нас никто не видит, мы ждем команды, начали, а у нас там проблемы технические возникают. Какие, например? Ну, немножко нас затопило. Чудово. Да. Вот так. Ось такое акторское життя. И, да. Мало не втонуло. Первое, что я снял себе сразу разгрузку и автомат, потому что ну, я точно знал, что со всем этим, если я упаду в воду, то я точно не всплыву. Вот. Но все нормально, все обошлось. И ребята наши, спецназовцы украинцы, украинские, которые играли со мной вот, в моем коллективе, они быстро решили всю эту проблему. Отримали травму ви під час травму зйомки, получил, так? Да. Наскільки мені ну, абсолютно по своїй глупості. Причому я же человек, который разбирается в оружии хорошо, но я себе позволил стать в своей сцене рядом с моим автоматчиком с той стороны, где выбрасываются гильзы. И вот когда он дал очередь, все гильзы мне полетели в лицо, посекли лицо мне хорошо. Вот. Но спасибо нашим мастерам по гриму, которые очень хорошо справились с этим. Як можна продовжити, вибачте, грати, коли це ж, напевно, велика біль і дуже незручно потім відіграти свої сцени настільки яскраво, щоб людина повірила у те, що ви зараз демонструєте? Мене хорошо учили. Мій преподаватель сказав, що ви повинні зберігати лице в будь-якому випадку, да, працювати при самих складних обстоятельствах. Пусть навіть там розверзнеться небо і гром грянет, і в вас молнія попаде, треба продовжувати грати. Вот поэтому я работал в таких условиях. Это даже интересно. Вызов такой. Стоишь такой кремезный, такой чолов'яга, держишь свою роль. Потом уже, когда сказали «стоп», я... Тобто ви трималися до останнього? Ви одразу не почали? Нет. До команди «стоп» я работал, точно. Самоотверженно. Потом, когда мне сказали, что у тебя все лицо в крови, я ну, поехали на судно. Розкажіть, до речі, більш детальніше про свого персонажа. Я играл одного из антагонистов, майора российского спецназа Феликса, который непосредственно захватывал Черкасы. И он такой красной нитью такой проходит от начала фильма и до конца. Сначала... Что интересно было, что в этом персонаже есть арка все-таки какая-то, развитие, как ни крути. И для меня важно было сделать из него живого человека, а не просто вот картонного такого, да, однозначно негативного персонажа. У него же тоже есть какая-то вера, он во что-то верил, у него своя правда есть. И он же появляется сначала в сцене, когда русские и украинские моряки еще дружат, когда, вот, до событий, до нашей революции. И потом проходит уже, когда непосредственно происходит захват Крыма зелеными человечками, Феликс, естественно, меняет свое отношение к своим некогда, да, украинским сослуживцам. И меняет до, собственно, захвата корабля. И вот это было интересно все-таки. Пусть это персонаж второго плана, но, как говорят великие, маленьких ролей не бывает, и там было над чем поработать. Ми дякуємо. Ми, от, наприклад, з Олегом знімалися у рекламі памперсів. Да. І я... От спецназок памперсів. Тільки в кіно бувають такі плавні переходи. Олег, я ніде не можу знайти її. Я теж дуже хочу побачити. Ви там були у головних ролях, тобто в памперсах? Чи як? Ну, насправді... Я ні. Тільки води. Насправді, я так, я хотів розрядити трішки атмосферу. Ну, це дійсно, це дуже круто. Мені здається, такі процеси акторські, вони дійсно дуже... залишають такий в тобі якийсь слід. Ну, вони... Вадик дуже правильно сказав, тому що... Мне лично нравится, вот когда меня спрашивают, что вам нравится играть, да, какие бы роли вы хотели играть. Мне на самом деле все интересно. Мне очень широкий спектр вот моих желаний, того, чего я хотел бы играть. От комедии до какой-то трагедии, такой вот очень драматичной. Главное дело в сюжете, в персонажах. И реклама, кстати, вот та реклама, которую Вадик упомянул, очень интересная, она здорово снималась. И там комедийные были такие штучки, которые мне близки. Мне все нравится, и очень всеядно в этом смысле. Поэтому да, пожалуйста, командир спецназа, да, врач, которого играл в этой рекламе. Да, здорово, великолепно. Я вас нещодавно в одному серіалі бачила, до речі.
в різних серіях. Анка з Молдови? Я не пам'ятаю його назву, але знаю, що там, я тобі відправляла фотографії, що там були і ви, і потім Вадим, одразу усі одразу з'явилися у картині, але все ж таки, давай, Вадиме, не про памперси, а про кіно будемо говорити. Чи була представлена лише українська команда, чи були все ж таки якісь люди з інших міст, з інших країн під час роботи над фільмом? Ну, это частично и польская продукция в том числе, поэтому, да, присутствовали поляки, в частности, мелькнула жена супруга нашего режиссера в одной из эпизодических ролей, она поляк, полька, и сыграла очень здорово, она профессиональная актриса, и это тот вот момент такой тонкий, очень классный, где ни одной реплики, но ее появление здорово обрисовывает ситуацию, в которой она появляется. Это было очень здорово, классно сыграно. Мне приятно вообще, что наш режиссер Тимур Ященко, он работал со всеми персонажами абсолютно, вне зависимости их величины в фильме. Он со всеми работал и не отпускал, пока не получал тот продукт, который он хотел. Это было здорово. Кстати, хочу сказать, что черкасы вернутся после карантина, и они будут в кінотеатрі. Ви ще зможете посмотрети. Це дуже круто, тому що таке кіно, воно настільки якісно, мені здається, зроблено, що його потрібно побачити на великому екрані. Ви загалом залишилися задоволені роботою? Очень. Дуже сподобалося? Один з лучших моїх періодів. Да, це було здорово. Мені взагалі подобається на виїзді зніматися. І от перебування все в гостинице, в Очакові з колективом, з актерами замечательними, просто великолепними актерами, колегами, з которыми мені пришлось работать. Это утреннее пробуждение, говоря об утренних пробуждениях, да, и то, как мы идем на пирс, садимся в катер, это здорово. И так вот каждое утро аппетит на свежем воздухе в море. Творча атмосфера така, да, мені здається, то, дуже приємно. До речі, ми дуже полюбляємо у творчих людей питати про якісь курйози, які траплялися під час роботи. Може, пригадаєте зараз хоча б один? Ну, от курйоз я вже розказала, це курйоз такий був. Ну, а крім «Черкас»? Очень давно-давно-давно, в самому-самому первом фильме, в котором я снимался после студии киноактера, после того, как завершил обучение. Я снимался, мне удалось сняться с легендами вообще кинематографа. Сейчас люди начнут считать, сколько мне лет примерно, потому что я снялся еще в фильме, где был Катин Ярцев, Юрий Катин Ярцев. Ого. Да, и Алексей Петренко. Катин Ярцев играл Джузеппе в «Буратино». Можете себе представить, да? То есть... И я играл в групповке там официанта, который, значит, бегал там. Вечеринка была бандитов серьезных таких, и они начали там танцевать. И я со своим подносом, с тарелками должен был, значит, пробегать рядом за спиной Алексея Петренко, который сидел в инвалидном кресле по роли, и потом случайно обронить этот поднос и разбить. И я, естественно, мне сколько, 20 лет, я смотрю на эти величины, на монстров кинематографа, театра. У меня как глазища такие, да. И, значит, команда начали, мы играем. Я забегаю за спину Петренко, роняю этот поднос, и меня кто-то из массовки толкает. Этот поднос падает и разбивается. Все тарелки о ручки вот эти вот кресла инвалидного Петренко. И все вдребезги, все разлетается. Тишина такая мертвая. Команда «Стоп». И я понимаю, что хана не начавшейся карьере, что сейчас разложит меня на молекулы. И я вижу только затылок Алексея Петренко. Он абсолютно недвижимо сидит, и я не понимаю, звать врача или что произошло. Потому что я понимаю, что часть тарелок посыпалась в его сторону, но я просто не видел, чем закончилось в этой суматохе. И он поворачивается, и все на него смотрят, он медленно поворачивается на меня и говорит: «Вы знаете, мне показалось, что меня зацепило». И все, с обаятельной такой доброй человеческой улыбкой. І це дуже приємно, да, коли люди ось такої величини все ж таки вміють залишатися людьми і бути такими приємними і розуміючими. Дякуємо вам величезно, що ви так рано прокинулись для того, щоб завітати в нашу студію. Дякуємо за розмову. І я нагадую, я що... тогда прилягу, не відходя. Я нагадую, що у нас у студії спиться Олег Карпенко, актор, режисер і просто людина, яка не виспалася сьогодні.